Друзья, всем привет! Хорошего дня, хорошего настроения, хорошей игры за звездным горизонтом. Страница 2 из 5. Задание «Попадание в голову». На отдел кастинга напали мозгляки. Скорее заберите фотографии. Здесь нам нужно расправиться с мозгляками и собрать фотографии. 10 штук. По всей видимости, здесь нужно убивать мозгляков в голову. И с них будут падать фотографии. Но не все так быстро, как кажется. В общем, в принципе, за одну карточку это реально выполнить. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно пишите ваши комментарии. Продолжайте просмотр. Убежищу нужна перезарядка. Мы сможем эвакуировать выживших, как только починим убежище. Перезарядка убежища займет 10 минут. Убежище атаковано. Координаты убежища на карте. Отыщите убежище, пока мозгляки его не разворотили. К нам приближается буря. Укрепите убежище и приготовьтесь. Они могут напасть с любой стороны. Я не могу точно сказать, откуда приближается буря. Как проходит кастинг? Неплохо. Совершенно нормально. Супер гладко. Гладко, как шелк, как зеркало. Очень прозрачно. Я не могу врать капитану Кларк. Мозгляки утащили все портреты. И как вы собираетесь их вернуть? Вернуть? Отобрать у мозгляков? Мне нужно войти в роль. Не против, если капитан Кларк возьмет на себя командование? Для меня честь разделить с тобой пост, капитан Кларк. Небольшое предупреждение. Экипаж, скорее всего, отличается от того, к которому ты привыкла. Но если что-то понадобится, я всегда готова помочь. Внимание, главная база! Говорит капитан Азалия Кларк. Я буду руководить операцией по спасению снимков. Вас называют лучшими из лучших. И это хорошо, потому что на меньшее я не согласна. Ларс и Деннис, вы высматриваете цели. Лучик, на тебе связь. Командир, вы руководите наземным боем. Нужно вернуть все снимки. Так точно. Так точно. Она молодец. Данные о буре обновлены. Взгляните на карту. Доложите обстановку. Возвращено 30% снимков. Все снимки обнаружены. Кажется, все под контролем. Так держать. Так точно, капитан. Не-а. Не-а.
Доложите обстановку. Возвращено 40%. Состояние полевого отряда хорошее. Ларс, все объекты видны на радаре? Видны и учтены, капитан. Так держать. Так точно. Как дела? Не занимайте чистоту, пожалуйста. Так точно. Доложите обстановку. Возвращено 50%. Состояние полевого отряда норма. Возможные помехи в секторе 8H. Помехи в секторе 8H, вас понял. Подтверждаю помехи. Кен, ты знаешь безопасную дорогу в 8H? Я ее проложу. Нужно узнать причину помех в 8H. Так точно. Так, все знают, что такое 8H? Практическое руководство, страница 6. Откуда ты знаешь? Не пойму. Я читала. Ха. Не-а. Э-а. Доложите обстановку. Возвращено 60%. Биодатчики полевого отряда фиксируют усталость. Вызывайте поддержку. Группа Браво, отправляйтесь. Кен, состояние 8H. Помехи вызывает необычное скопление порталов. Разрешите атаковать? Разрешаю. Ларс, давай радар на 8H и готовься к бомбардировке. Эй, что происходит? С каких пор все хорошо делают свое дело? Не нравится мне это. Не занимаем канал связи. Ладно, пока. И вот, держи. Полная информация об осечках оружия? Если придумаешь, как уменьшить их даже на 1%, спасешь тысячи жизней. Я придумаю. Знаю, что придумаешь. И отвечать нужно. Так точно, капитан. Так точно, капитан. Ну-ка, ну-ка. Доложите обстановку. Возвращено 80%. Состояние группы Браво норма. 8H чисто. Отличный бой, Кен. Отправляешь лучше? Получаешь лучший результат, Ази. Да ладно. Ты ведь не всерьез? Беспечность и опасность идут рука об руку. А я не хочу ненужного риска. Так точно, капитан. Спасибо.
клип. Оцени, пожалуйста, арсенал Кена. Он наш лучший мечник. Обеспечь ему соответствующую экипировку. Так точно, капитан. Доложите обстановку. Возвращено 90%. Мы потеряли из виду оставшиеся снимки. Запускаю видит бота. Видит бот. Голос для помещений. Так точно. Похоже, все идет как надо. Дальше операцией руководит лучик. Ну что, я справилась? В жизни не видела ничего более вдохновляющего. У тебя чудесная команда. Ну, наверное. Прости, приятель. Доложите обстановку. Доложите обстановку. Эта штука работает? Лучик! Деннис, доложи обстановку. Так, ладно. Ты не поверишь, но я сейчас в лодке. Почему не на посту? Ну, я вроде как был там, но вдруг отвлекся. Возвращайся на пост. Боюсь, сейчас это зависит не от меня, а от прилива и попутного ветра. Ларс, доложи обстановку. Лучик, доложи обстановку. Все возвращено. Спасибо, Лучик. Так точно, Лучик. Удачная эвакуация. Выбирать актеров будет нелегко. Здесь очень много сильных кандидатур. Эй, а как тебе это удалось? Что? Заставить мою команду действовать эффективно. Они очень талантливы. Могут, когда хотят. А до сегодняшнего дня, видимо, не хотели. Капитан Кларк ждет от всех прекрасных результатов. И окружающие стараются соответствовать. Я обычно жду, что наступит бардак. И мои ожидания всегда сбываются. Научишь меня быть звездным капитаном? Нет. Я могу научить тебя играть звездного капитана. А импровизация для разминки будет? Нет, но на месте сидеть не придется. После двух недель подготовки к съемкам актеров как не было, так и нет. Мы выберем актеров прямо сейчас. Нужно было сделать это месяц назад! Бюджет трещит по швам! Кто-нибудь читал сценарий? Как по нему снимать? И детям такое точно не покажешь. Какой сценарий? Боже мой, Деннис, что ты наделал? Это твой фанфик? Лучик, клянусь Зевсом, я его не сливал! Я его удалил! Так и было. При этом активировалась программа аварийного восстановления Денниса. О, нет, аварийное восстановление Денниса! Что, прости? Все, что ты удаляешь, архивируется и рассылается чуть ли не по всей главной базе. Ты часто удаляешь очень важные данные. Когда-то мы считали тебя шпионом, но нет. Мне конец! Вот-вот, брось меня в океан! Я вот-вот. Ладно, не обязательно в океан, в любую воду! Так, давайте все успокоимся. Нет! Невозможно работать, когда на съемочной площадке такой хаос. Командир, один мой друг может помочь. Давайте его найдем.
Продолжение следует...